Тут уже много добрых слов говорилось в адрес генерального партнера нынешнего фестиваля купеческой компании «Лига ставок». И я с удовольствием представляю слово Олегу Анатольевичу Журавскому, почетному президенту букмекерской компании «Лига ставок» и президенту первой саморегулируемой организации букмекеров России. Пожалуйста, Олег Анатольевич. Добрый день, уважаемые друзья. Хочу поблагодарить организаторов этого шахматного торжества, праздника за приглашение нашей компании поучаствовать в таком знаковом мероприятии. Когда мне Наталья Борисовна позвонила утром, я сразу же согласился. Согласился по нескольким причинам. Я всегда с юного возраста наблюдал за игрой великих российских, советских гроссмейстеров Анатолия Евгеньевича и всегда мечтал тоже добиться каких-то результатов шахматах. Но у меня это не получалось, скажу вам честно. Вот. Сейчас у меня трое прекрасных сыновей, двое из них увлекаются шахматами. Тоже сыграла свою определенную роль. И я считаю, хотя у нас в основном бизнес связан с футболом, но такой вид спорта, как шахматы, нуждается в финансовой поддержке, а букмекерство – это ставки на спортивные события, это глубокий анализ происходящего. То есть у нас очень много схожих с направлением шахмат. Наши аналитики должны быть обладать глубокими знаниями, математическим складом ума, ну и немножко везения, естественно, как в любом спорте. Поэтому мы для себя приняли это решение поддерживать этот турнир. Я со своими партнерами проговорил, если следующий год нас пригласят, мы с удовольствием будем участвовать и дальше, потому что направление нашей компании «Лига ставок» в плане сотрудничества с различными спортивными федерациями, оно всем известно. Мы первая компания, которая активно сотрудничает с различными направлениями видов спорта. Теперь у нас шахматы. С прошлого года компания поддерживает нашего действующего чемпиона мира Илью Маковеева. То есть мы учредили грант ежемесячный. Мы его поддерживаем финансово во всех его соревнованиях, которые он проводит по всему миру. Я надеюсь, он тоже станет чемпионом мира. Мы пригласили его на этот турнир. Он тоже здесь примет активное участие. В прошлом году, я знаю, занял второе место, а в этом году он нацелен на победу. Тем более, при нашей поддержке у него нет шансов не выиграть. Большое вам спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич.